Молодежный ресурсный центр после реконструкции преобразился. Теперь к услугам молодых людей бесплатный интернет, тренажерный зал, работают различные курсы. В центре есть 3D-принтер. Программисты университета имени Коркыта-Ата готовы каждого обучить работе с ним. И теперь можно напечатать любые фантазии, сувениры, украшения и так далее. В центре также к услугам молодежи бесплатный интернет, игровые комнаты, спортплощадки. Словом, созданы все условия для полезного времяпрепровождения. Можно и спеть под гитару. Здесь созданы большие возможности для проведения времени с пользой. Нам нравится сюда приходить. Бесплатный интернет, много разных кружков. Изучает и использует лучший опыт работы с молодежью, в том числе и Великобритании. Приехавшие для обмена опытом представители молодежных ресурсных центров из других областей были впечатлены Каларинским центром. В неформальной, непринужденной обстановке молодые люди получают здесь много ценных знаний, учатся общаться, раскрывают свои возможности. На примере очень многих международных стран, международных компаний показывает, что такое обучение развивает креативность, креативное мышление молодежи, что они больше становятся открытыми.